Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Компенсация за отопление в Бельцах дают до конца августа. Речь идет о компенсации за прошедший отопительный сезон, который выплачивается из муниципального бюджета. Заявления на выплату принимались до конца февраля. Получить выплату можно на почте, предъявив удостоверение личности, передает asp.md. Если гражданин не обратился за компенсацией до 30 августа, включительно он лишился права на ее получение. Если получатель адресной компенсации умер, невыплаченные суммы выдаются члену семьи или другому лицу, представившему доказательства, что он понес расходы на погребение. Для этого нужно обратиться в Управление социального обеспечения и защиты семьи при мэрии, кабинет номер 130. Размер компенсации 350 леев в месяц. Общая сумма за отопительный сезон 1750 леев. Претендовать на ее получение могли пенсионеры по возрасту с пенсией до 1650 леев, лица с тяжелыми ограничениями возможностей, первая группа независимо от размера пенсии, дети с ограниченными возможностями до 18 лет, лица с ограниченными возможностями с детства, лица с выраженными ограничениями возможностей, вторая группа с пенсией не более 1650 леев.